взгляд Максима Кононенко. 97.6 в Москве, 89.3 в Санкт-Петербурге. Вести ФМ. Круглосуточное информационное радио. В Москве 13.50 россияне ратуют за возврат к старой системе начисления пенсии, размер которой зависел от трудового стажа. Но вот работать не 40 лет, не 35, в обмен на даже максимальную пенсию большинство категорически не желает. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения. И сейчас на прямой связи со студией генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Какой вопрос вы задавали, какие данные получили?